На шестом саммите Европейского Союза и Африканского Союза в Брюсселе усилены меры безопасности. В бельгийскую столицу съехались более 60 лидеров с обоих континентов. За два дня им предстоит обсудить множество вопросов. По оценкам, лишь 25% населения Африки имеет доступ к интернету. Цифровая трансформация – приоритет для нескольких стран, включая Демократическую Республику Конго, где отсутствие цифровой инфраструктуры – лишь одна из многих проблем. Первая проблема – это регулирование. Мы должны абсолютно точно наладить цифровую деятельность на континенте. Это означает наличие четких правил, определяющих условия доступа. Вторая проблема касается контента. Мы должны быть уверены, что приложения, которые будут разработаны в цифровом секторе, отвечают потребностям людей. В целях регулирования и финансирования цифровой трансформации ДРК стала одной из 136 стран и юрисдикций, присоединившихся к международной налоговой реформе Организации экономического сотрудничества и развития. Это позволит убедиться в том, что техногиганты и другие транснациональные корпорации платят свою справедливую долю. В Африке так много расточительных налоговых льгот, которые являются результатом давления транснациональных компаний. Они говорят: «Пожалуйста, дайте мне льготы, иначе я пойду в другое место». Большинство этих мер поощрения расточительны. И поскольку минимальный налог будет составлять 15%, у африканских стран появится возможность покончить с этими льготами, а это значительные суммы. По мнению некоторых членов Европейского парламента, еще один инструмент, который может принести пользу экономике Африки, это торговля. В Африке много человеческого капитала, там живет молодежь, женщины-предприниматели. Женщины сильны в африканской экономике, когда речь идет об инновациях и технологиях. На африканском континенте много возможностей, и ЕС должен быть торговым партнером для континента, когда речь идет о честной и справедливой торговле. Благодаря сочетанию налогов, справедливой торговли и человеческого капитала, экономика Африки может совершить гигантский скачок к своему цифровому будущему.